Позвоните матери своей, если ваша мать еще жива. Если б знали, сколько матерей ждет от вас заветного звонка, мать не скажет и не закричит, что внимания не хватает ей. А при встрече просто промолчит, пощадив сердца своих детей. Часто слезы материнских глаз на заснувшей совести детей. Ждет она участия от вас, вы вдову у ваших.